только вот зашел в дом. Все. Все. Дорогие друзья, буквально минуту назад я вернулся с Берлина и зашел домой. Вот стою еще вот в пороге. И сразу хочу сказать вам, друзья, это невероятное было время. Я так благодарен всем друзьям, всем, кто молился, всем, кто поддерживал, всем партнерам. Просто спасибо вам огромное. Пусть слава Божья будет на вашей жизни, на вашем здоровье, на здоровье ваших близких и родных. Пусть вот все это воздастся вам, потому что я видел там, когда была молитва, что Дух Святой, Он творил чудеса. И мы услышим столько свидетельств еще этой славы Божьей, которая там проявилась. Я просто так этому радуюсь. И вот я дома. Но в пятницу, уже буквально вот, послезавтра, я буду проводить в храме Святого Духа в 9 часов вечера, буду проводить собрание. И это будет служение, на котором я буду говорить очень серьезные вещи о нашем Господе, об Отце. Я буду говорить об Иисусе Христе. Я буду говорить о Духе Святом, о Его помазании. И самым главным кульминационным моментом будет то, когда будет молитва. И это будет проявление Духа Святого, проявление силы Его. И в тот момент, когда эта сила сойдет в зал, многие люди получат исцеление в сфере своей личной жизни. Многие получат исцеление в сфере финансов, потому что эта сфера также духовна. И я вам скажу, многие получат исцеление в сфере своей души. И не было желания, не было вообще, вот знаете, никакого желания даже не то, что что-то делать, а жить. Было что-то внутри, плохо, тяжело. Слушайте, Дух Святой, я просто уже сейчас молюсь, чтобы Он пришел, и Он вложил в сердце ваши мечты свои, Он вложил желания свои, Он наполнил вас этой, вот этой внутренней энергией, и это произойдет, потому что Дух Святой, Он любит вас. И уже Он приготовил что-то особенное для вашей жизни. И я буду молиться за исцеление. Исцеление больных. И вы должны знать, когда придет Дух Святой, Он расторгнет эти цепи. Всякое проклятие болезни должно быть разбито и разрушено. Оно будет разбито и разрушено. Это происходит каждый раз, когда я прошу Духа Святого, чтобы Он пришел. Слава нашему Богу за то, что Он любит каждого из нас. И Он творит чудеса. Но я хочу обратиться ко всем и сказать, приезжайте на это служение с полной верой. И уже сейчас просите Бога, чтобы Он наполнял ваше сердце своим присутствием. Те люди, которые живут очень далеко, живут в других странах, я обращаюсь к вам через прямой эфир. Сила Божья будет двигаться. И вы должны знать, нет ограничений у Бога. Он сотворит чудеса для вас, потому что Он любит вас. Вы дороги для Него. И когда для человека это важно, услышав сейчас это послание, ты уже сейчас начнешь готовить свое сердце. Ты уже сейчас начнешь молиться, чтобы через прямой эфир Господь коснулся именно тебя. Он касается сегодня очень многих людей. Но я хочу, чтобы ты начал молиться уже сейчас, чтобы слава Божья сошла именно на тебя, именно в то место, где ты будешь находиться, именно в ту квартиру, дом, палату, тюремную камеру, что угодно. Бог, Он посетит тебя, если ты будешь этого жаждать. А я буду молиться за тебя. И я буду молиться уже с этого момента, чтобы слава Божья явилась на твоей жизни. Обещайте Богу прославить Его. Это самое главное. Обещайте Богу вот приехать, выйти. И как сказал Давид, я прославлю тебя, он говорит Богу, в собрании великом. И когда-то я понял это, что Бог хочет, чтобы Его прославляли в собрании великом. Пообещайте Ему, что вы будете свидетельствовать, что вы будете говорить, что вы будете славить Его имя. И это очень важный такой фундаментальный момент. Пусть это произойдет в вашей жизни. Я благословляю вас
И в пятницу вечером в 21:00 начинается это служение и эта молитва. Да благословит вас Господь. Обнимаю каждого. Еще раз спасибо всем участникам этого крусейда в Берлине. Еще раз спасибо всем партнерам. Молюсь за вас. Мы команда, и мы делаем большие дела. И уже в этом году мы провели уже 2 крусейда. Придет момент, когда мы скажем, что мы провели уже 20 крусейдов. 10, 20, 30. И мы верим Богу, что Он нам даст провести 100 крусейдов во славу Его. И все люди, которые покаялись, все люди, которые пришли к Иисусу, они так дороги. Я благодарю Бога за них. Это твой и мой плод, дорогой партнер. Да благословит тебя Бог. Аминь. Счастливо. 19 января в Киевском храме Святого Духа в 21:00 присоединяйтесь к нам в прямом эфире ночной молитвы, которую проведет апостол Владимир Мунтян на телеканале «Возрождение».